She's an American beauty. I'm an American psycho. She's an American beauty. I'm an American. I'm an American. American psycho. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, канал Геймплей Ностальгия. Меня зовут Александр Маженок, и сегодня мы с вами посмотрим на открытую бету The Crew 2. Я эту игру очень долго ждал, ее анонсировали еще, по-моему, в 2017 году на E3. Тогда показали очень красивый такой кинематографичный CGI-трейлер. Я подумал, что, блин, игра, вроде первая часть получила аж целых два движка, да, так скажем. Она, по-моему, сначала вышла на таком стареньком движке, лаганом. Потом ее вывели на новый движок, она стала чуть покраше выглядеть, там погодные эффекты добавили, все дела. Я такой подумал, блин, вторую часть, если выпускают, еще с такой графикой, ну, если она будет улучшенная графика, то это будет вообще круто. Потом вышли уже геймплейные трейлеры, и я уже понял, что просто они решили уже тот доработанный второй движок The Crew просто еще лучше доработать и сделать еще ярче, еще краше вторую часть. Я играл в закрытую альфу. Я вообще не думал, что мне дадут ключи на закрытую альфу. Потом автоматически мне дали доступ на закрытую бету, но закрытую бету я поиграть так и не смог. Я заходил в главное меню, и меня выбрасывало, то есть писала ошибка 0.34. Тогда были проблемы с Роскомнадзором, тогда вообще все блокировали напрочь. Юпой плохо работал, Origin, один только Steam хорошо у нас пахал. Вот. Поэтому в закрытую бету мне поиграть не удалось, но я думаю, что мне какие-то бонусы все равно дадут. После, допустим, там, если когда-нибудь я куплю The Crew 2, да, то есть там бонусы обычно дают для участников беты. И я думаю, что там все-таки за бету, за закрытую дадут. Потому что я все-таки как бы запускал игру, но как бы я в нее сам внутри игры не играл. То есть геймплейно я не щупал закрытую бету. Вот. Сейчас у нас открытая бета, она продлится до 25 июня. Потом уже на следующий день, 26 июня, откроется доступ для тех, кто предзаказывал Gold-версию, по-моему, игры. Вот. И уже первые игроки смогут пощупать, собственно говоря, полную версию игры. Мне нравится то, что в бете доступна вся карта, вся Америка второй части, и вы можете вообще в любой конец там карты съездить, посмотреть, как оно все так будет выглядеть, насколько все отличается от первой части. Поэтому в этом плане прям игра, вот бета именно сама, она очень обширная. Я играл когда в закрытую альфу, тогда уже была альфа обширная, то есть вы могли вступить там, по-моему, в... попробовать все виды транспорта почти и посмотреть, как оно все это будет управляться. Причем вы еще тоже так же могли путешествовать по всей карте игры, по всей Америке. Так, ну что ж, я даже еще даже не запускал открытую бету, написано продолжить, но я нажимал просто новая игра, и у меня вылезал список выбора персонажа. Поэтому сейчас оно должно так и сработать. Да, открылся список персонажей, сами видите, фанатов 0. А после альфы и после закрытой беты она вроде как сбрасывает весь полученный опыт тогда. В принципе, я не знаю, чем отличается открытая бета сейчас по контенту от закрытой альфы той же самой или закрытой беты. Скорее всего, от закрытой беты ничем, а вот от закрытой альфы она все-таки чем-то отличается. У нас на выбор разные персонажи здесь доступны, они уже кастомизированные, то есть вы не можете им изменить лицо там или что-то еще. То есть у вас уже есть пресеты персонажей, вы выбираете среди них. Я не знаю, просто они тут все одинаковые, да, получается? 16 человек получается, да. 16 персонажей разного пола. Они, кстати, не... вот если их листаешь, они как бы такие, как вот они у вас были до того, когда вы листали, они у вас такие же и остаются. То есть это не чисто рандом какой-то. Ну давайте, наверное, я возьму мужского персонажа. Вот этот мне больше подходит. Куда бы вы ни отправились, везде увидите меня впереди. А, удерживать надо, я думал нажать. Так, ребят, давайте шевелитесь, нам скоро выдвигаться. А, Хироюки Картер! Эй, просто Хиро!
Приветствую. Я думал, что ты и твой гонщик не справитесь. Я из Life, мы спонсоры этой гонки. Я буду руководить этим событием. Прогуляемся? И еще раз спасибо вам, я просто в восторге. Это очень важно для нас. Не стоит. Мы всегда ищем новые таланты, а ты и твой друг как раз подходите. Я могу это не говорить, но если вы выложитесь в этой гонке на полную, вам откроются многие двери. Понял, мы вас не разочаруем. Не разочаруете? Дело в другом. Это ваш шанс впечатлить действительно важных людей. Благодаря мероприятиям, которые мы проводим, сообщество гонщиков узнают о новых состязаниях. Вы же хотите гонок, да? Да, это очень важно для нас. Мы пытались транслировать наши гонки, но безуспешно. Вряд ли кто-то хочет смотреть не весь на кого. Поверь мне, нужно просто показать миру, как вы выигрываете это состязание. Будет результат, и у вас станет больше фанатов и возможностей. Мы постараемся изо всех сил. Кира, друг мой, мне не нужно изо всех сил. Мне нужно легендарно круто и безбашенно. Ну ладно, мне пора. Организационные вопросы. Удачи. Ага, спасибо. О, все готово, дружище. Ни пуха тебе, ни пера. Просто гони, что есть мочи, и мы с тобой окажемся на вершине. Добро пожаловать в город, который никогда не спит. Вас ждет невообразимое. Весь Нью-Йорк захвачен гонщиками. Это уже не просто город, это полигон, где состязаются лучшие водители и пилоты современности и будущего. Так. Пока поставлю на паузу, потому что сразу начинается геймплей. Он примерно такой же, как и был в закрытой альфе, только здесь, после закрытой, по-моему, беты, вот как закрытая бета появилась, все перевели на русский язык. То есть, я имею в виду голос. Голос перевели на русском языке, как и следовало ожидать, потому что все игры Ubisoft, они, в принципе, озвучиваются. И, как я понял, как я понял, все-таки контента будет больше здесь. Потому что, ну вот, и сразу видно, оптимизирована намного стала игра. Я, по-моему, думаю, что-то с этого и начнется. С этого и начнется игра, в принципе. Сегодня мы посмотрим первый эпизод серии Life Extreme в этом году. В новом сезоне талантливые новички попытаются сразиться со звездами и получат шанс впечатлить все гоночные команды. А они, поверьте мне, наблюдают за событием. Главное — привести зрителей в восторг. Только так и можно заполучить любовь публики. Да, стать гонщиком, потом звездой этого шоу и наблюдать, как подскакивает число фанатов. Куда ты едешь? Кстати, о подскоках. Вы видели тот прыжок? В том-то и дело, ребята. От числа фанатов просто крышу сносит. Угу. От числа фанатов просто крышу сносит. 358 пока фанатов. Я так понял, чем больше вы здесь фанатов заработаете, это как типа местная то ли валюта, я не знаю. Пока что я точно не знаю. Это как-то, по-моему, в The Crew. Ой, в The Crew. В Creed 2. Там вы, когда завершали гонку, вам давали количество болельщиков или просматриваемых лиц. Оттуда фишка, по-моему, взята. В эфире настоящий экстрим! Так. Я вот это всегда считаю какой-то небольшой нереальности, что ли. Ой, а что это они так подпрыгивают? Забавно. Я, кстати, когда играл в закрытую альфу... ее записывать нельзя было, поэтому... Там все, что говорить там, что... Что там есть в этом... какой контент там был, нельзя. Так. А я что-то не понял, куда мне ехать дальше?
блин, как это долго было-то все. Надо было здесь проезжать. Так, немножко затупил. У вас появятся фанаты после победы на трассе. Но это не единственный путь. Сделайте эффектный трюк, как этот, например. И они тут же к вам побегут. Сами проверьте. Кстати, забавный факт. Закрытая альфа, вроде как она была уже несколько месяцев назад. По-моему, в марте или в феврале. Вот, и она была оптимизирована. Она была очень сильно оптимизирована. И бета ничуть не хуже выглядит сейчас. Вот видите, здесь, по-моему, нужно... Чем больше трюков выполняешь, таких, тем лучше. Я вообще очень сильно от соперников отстал. Очень сильно. Пройдено две трети пути. И мне кажется, что мы наблюдаем, как на трассе вспыхивает новая звезда. И эта звезда на первом месте находится, а не я. Вообще, по факту считается, что, типа, я суперзвезда здесь. Ну, типа, главный персонаж, игрок, который играет. Вот он считает. Сейчас самолеты начнутся. И вот, наконец, грандиозный финал. Да. Это первая тестовая гонка. Она, по-моему, будет и в начале игры, когда вы приобретете игру. Я забыл, как здесь самолетом управлять. Я сейчас буду вообще фейлить, походу. Так. В наше время теперь так. Недостаточно быть хорошим пилотом. Нужно блистать и в гонке, и в жизни. Всегда быть в курсе последних новостей из социальных сетей. Чем больше у вас фанатов, тем больше будет новых. Войдете в первую гоночную команду, и вторая начнет к вам присматриваться. Соберете группу поддержки, и желающие заключить контракт начнут стучать в дверь. То есть водитель, который привлечет на свою сторону достаточно фанатов, откроет новые стили гонок, дисциплины. Вы назовете их превосходными. А разве все мы не гонимся за чем-то превосходным? Я буквально чувствую наплыв фанатов, а вы нет? Ай-яй-яй, вот зря я этот бочку сейчас сделал. А вот и финиш. Ебой. С вами была программа Live Extreme. Первый эпизод из самого сердца Нью-Йорка. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Так, вот так вот чуть-чуть. Немножечко лагана-багана начинается первая часть. Вот видите, там самолеты, они как-то лагана-багана. Самолеты там сначала были лодки, потом самолеты. Так, аноним. Круто, дружище, официально заявляю, это огромный успех. Нам еще предстоит показать себя. Ну и отлично. Мы все правильно сделали. И ты это знаешь. Еще столько всего можно попробовать. Катера, самолеты, все виды машин. Это же лучший в мире шведский стол. Мне звонят стритрейсеры, гонщики по бездорожью, профи и фристайлеры. Мы можем состязаться с кем угодно. А я советую тебе состязаться со всеми. Выбирай, кто будет первым, и поехали. Добро пожаловать в Motor Nation, дружище. Добро пожаловать в Motor Nation. Нужно определиться, куда двинем. Есть 4 варианта. Решать тебе. С чего начнем? Хорошо, 4 варианта. Первый у нас вариант — это стритрейсинг, второй вариант — это фристайл, потом оффроуд и прорейсинг. Но я так понял, во втором сезоне, кстати, во второй части, так скажем, The Crew у нас не будет как такового сюжета, то есть не будет такой, знаете, криминальщины. А во второй части у нас также все дополнения, которые будут выходить, они будут бесплатными, но для тех, кто купит все-таки сезонный пропуск, они будут получать эти дополнения, по-моему, на неделю или на две раньше, чем обычные пользователи. А в новых дополнениях там разработчики пообещали добавлять новые гонки, какие-то специальные ивенты, а также, по-моему, новые виды испытаний, да, там я когда в закрытую альфу поиграл, мне пришел... тест от разработчиков, где меня расспрашивали, допустим, там, что вы хотите, чтобы еще было добавлено в The Crew после релиза. И там и гонки на дронах, и какие-то там парашюты, и что-то еще. Короче, все воедино собираюсь собрать в этой игре. И по
И по жизненному циклу первой части я так понял, что во второй также будут добавлять контент 2-3 года, уж точно. А теперь я начинаю понимать немножко смысл концепции игры, потому что когда я играл в закрытую альфу, там, по-моему, даже все не было переведено на русский язык, только, по-моему, буквенно все. И я сейчас понял то, что... короче, чем больше мы фанатов получаем, тем больше у нас будет с вами статус. Сейчас мы были аноним, после гонки мы получили 2000 фанатов, и мы стали новичком. Потом, наверное, там еще что-то. Я не знаю, сколько, какое будет максимальное количество фанатов, и как оно все будет распределено, но это будет ближе уже видно вот в релизе 26 числа. Так, давайте, наверное, начнем со стритрейсинга. Я люблю стритрейсинг. На втором месте у меня все-таки оффроуд будет, а потом уже все вот это вот остальное, типа самолетов, катеров. Сначала пойдем в стритрейсинг. У нас здесь с вами... в закрытой альфе было тоже так же 4 испытания, и в ней было, по-моему, по... Если я не ошибаюсь, по 2, по 3 гонки. Вот, по 3 гонки и специальные испытания для как раз-таки стритрейсинговских машин там. Как были в первой части, помните? Типа вы проезжаете, там, и должны быть что-то, какое-то определенное задание... и получить за это опыт и деньги. В стритрейсинге у нас машины стритрейс, дрифт, драгрейс и гиперкары. Ага, хорошо. В оффроуде у нас ралли-рейд и ралли-кросс, а также мотоциклетный мотокросс. Фристайл у нас аэро... В фристайле у нас с вами аэробатика, джет-спринт и монстр-трак. То есть Monster Truck решили добавить во фристайл? А, ну да. У нас же, вы помните, был в первой части дополнение Wild Run. И там мы должны делать были всякие трюки на Monster Truck'ах. И про рейсинг у нас здесь с вами мощные катера, тюнингованные машины GP Alpha класса и гонки на самолетах. Air Race, воздушные гонки. Такс, награды, бесплатное ТС и редактор видео. Здесь бесплатное ТС и альбом, бесплатное ТС и фристайл, бесплатное ТС и редактор раскрасок. Хм, интересно. То есть, все-таки, давайте, да, выберем это, желтое, как я и говорил. Проходите какое-то определенное испытание и получаете за это нехилые такие награды. Так, этот ролик тоже в альфе закрытый был, если что. Смотри, кто у нас тут. Меня зовут Латрел. Я тут вроде неофициального комитета для группы уличных гонок. Мы прокачиваем тачки, любуемся ими, гоняем на них. Если хочешь с нами, покажи себя. Я одолжу тебе авто, а ты порули. Выиграешь — ты в команде. Только помни, машинка не твоя. Не поцарапай. Так, опять нам дают Porsche. Я так понял, персонаж у нас не мой. Но это такое себе. Когда персонаж не мой, это... не камильфо. Жалко, что он не разговаривает, как это было в первой. Не будет таких забавных диалогов. Я так понял, мы сейчас просто проходим эти мини-гонки. То есть... А пробная гонка, которая была в самом начале, это что-то такое, типа, между демо-версией, как сказать, не демо-версией, а сокращенной версией всех гонок, которые сейчас мы будем с вами проходить. Это немножко так именно выглядит. Потому что мы на этой же самой машине, все дела. Блин, ну игра выглядит оптимизированной. Я не... Ну, им нужно было даунгрейдинг графику, ребят, потому что
Если бы они выпустили игру с повышенной графикой, то фанаты второй части и вообще франшизы уже за Крю не смогли поиграть. А она бы так и так пошла на ваших компьютерах, по сути, потому что ее же делают на том же самом... Ее делают на том же самом движке, что и версию The Crew после такого, типа, рестайлинга. Потому что игра вообще поменялась кардинально. Вы посмотрите, какой она была там в первой части, когда только релизнулась. И какой она стала после дополнения Wild Run. А еще какой она стала после Calling in Unis. Кстати, забавный факт. Когда я играл в закрытую альфу... Да. У тебя получилось. А сейчас пойдем со мной. У меня для тебя кое-что есть. Тебе понравится. А вот. Что дальше-то я хотел сказать? Когда я играл в закрытую альфу, там был забавный факт, такой же забавный баг, как в первой части. Машины проваливались вниз, и ты не видел своего друга. Который был у тебя, типа, ну, с тобой в команде, он у тебя был под землей. Ты приезжаешь, а там друга твоего нету. Там он никнейм под землей показывает, типа, и все. Отличная гонка! Ты получил пропуск на спот. Место, где отрываются все уличные гонщики. Я часть команды, стараюсь вывести нас на законный уровень. Если хочешь того же, может, пригодимся друг другу. А вот этот парень за то, чтобы все было как сейчас. Это Эдгар Маркес по кличке Тио. Местный чемпион, четверть мили, никто не пройдет быстрее. Хочешь его уделать? Выложись на полную катушку, и я тебе смогу кое-что подсказать. Ты талантлив, но нужно отточить навыки. Видишь те тачки? Одна из них твоя, в награду за то, что прошел испытание. Заслужить остальные будет сложнее, но ты можешь их просто купить. Выиграй, заработай, и тогда сможешь поиграть во все наши игрушки. Дрифт, гонка на ускорение, гоняй и побеждай. А теперь выбери себе тачку, садись за руль и покажи, что умеешь. Новая дисциплина, Street Race. Так, во второй части мы можем чуть-чуть, но передвигаться. Правда, когда мы чуть-чуть дальше уйдем, нас будет выбрасывать. Поэтому далеко вам уйти отсюда не получится. Хотя можно попробовать. По-любому будут какие-нибудь моды, которые позволят вам взять, туда куда-нибудь улететь, посмотреть что-нибудь. Так, а так мы ходить можем, и это хоть что-то нам дает. Почему он ходит как скин? Ну, я имею в виду не как скин, а тень. Ладно, неважно. Ты на нас, может, посмотришь? Ладно, не хочет он на нас смотреть. Короче, ребята, тут прикольно так продумано. У нас вроде как стоят здесь 4 машины, да? Но в каждой из них разные машины. То есть вы не думаете, что вы, типа, допустим, зайдете сюда, у вас там будут одни тачки, здесь такие же, здесь такие же и здесь такие же. Нет, ни хрена подобного. Вы заходите сюда, у вас здесь один список автомобилей. А среди них, кстати, вы можете бесплатно выбрать другие тачки. А, так, у нас здесь с вами доступно бесплатно Mazda MX-5, Ford Mustang GT Fastback и Audi TT RS Coupe. И знаете вот эти что-то за две тачки? Не знаете? Значит, вы не играли в первую часть. А, когда анонсировали вторую часть The Crew, также анонсировали Rewards Program. То есть вы выполняете какие-то особые задания в первой части и получаете тачки во второй. Бесплатно. Там 19 транспортных средств. И вот эти две тачки, как раз-таки, которые здесь присутствуют, Ford Mustang и Audi TT RS Coupe, это тачки, которые можно будет забрать бесплатно. Смотрите, здесь мотобайки тоже есть. Kawasaki. Угу. Харли Дэвидсон Айрон 883, кстати, про него был этот трейлер, показывали, что Харли Дэвидсон решил стать спонсором данной игры. Раптор. Я на самом деле мотики не очень сильно люблю, это прекрасно знаете, а кто не знает, теперь узнали. Так, вот, ну, Хаммер, он всегда будет Хаммером, во всех играх его до сих пор добавляют. Так, тут даже есть Cadillac Escalade. Я помню, в детстве у меня была машинка такая большая.
ну такая, ну как сказать, большая. Допустим, как клавиатура, да, у вас есть, вот она примерно такого же размера была. Помню, эту тачку я постоянно любил. Так, ну смотрите, тут реально большой, обширный список автомобилей. А в Альфе он был, по-моему, чуть снижен. То есть там не было столько большое количество машин. Их, по-моему, добавили. Охренеть, я просто сейчас, вот реально, я не могу сказать, добавили ли транспортное средство, но что-то мне подсказывает, вот. Что-то мне подсказывает, что машины здесь добавили. А еще прикольный, забавный факт. Допустим, у вас нету сезонного пропуска, окей. Но вы всегда можете в игре посмотреть, какие тачки вам могут быть доступны в сезонном абонементе и в других прикольных там штуках. Там, вот, допустим, вот видите, да, сезонный абонемент. Вот эта тачка будет в Ubisoft Club. Я не знаю, за что ее будут давать, поэтому... кто знает, напишите, потому что я пытался найти награды The Crew, ну и не нашел пока их. Легенда 100. Вот этот у меня тоже, кстати, вопрос возникал. Что за Легенда 100? Что нужно сделать для того, чтобы достигнуть Легенды 100? И сейчас я начинаю, по-моему, понимать, что это за Легенда 100. Это, скорее всего, вот это вот. То есть вы фанатов получите, и потом будете легендой 100. И вы за это получите Camaro ZL1. Вот так. Блин, ну тачек реально множество. То есть это только первая страница машин. Зайдите вот сюда. О, я могу на QE головой мотать. Заверните сюда. И здесь у вас еще будет один список машин. Очуметь. Здесь у нас маслкары в основном, да, и дрифт машины. Просто заверните все тачки мне, пожалуйста. Здесь я понял, у нас гиперкары. Потому что по Кёнигзегу здесь можно понять. Легенда 600. Ага. То есть эту тачку дадут за легенду 600. Ламборгини Венена. Феррари 458. А вот, нет. Возьмите меня обратно. Порше все-таки лицензию здесь оставили. Но я не знаю, почему тогда те машины называются Руфом. Их можно было бы все-таки оставить Поршами. Кёнигсберг Гера R. Форд GT. Сайлен Эссен Твин Турбо. Макларен F1. Нету Бугатти. Меня это немножко настораживает. Будут ли добавлять позже машины по типу Бугатти, я не знаю. Ладно, давайте возьмем бесплатный ТС. Все-таки. Давайте возьмем бесплатный ТС. Потому что все-таки оставили лицензию, это значит, я был немного неправ. Да блин, нифига тут тачек, офигеть просто можно. Так, давайте, наверное, сейчас посмотрим по характеристикам, что нам больше будет подходить. Давайте, наверное, я Audi TT возьму. Наверное. У них, в принципе... Ну, она, да, она мощная. 400 лошадей, 250 км в час. Я просто Мазду как-то не очень хочу брать. У нее, во-первых, скорость меньше, да и мощность 160 лошадей. Лучше уж взять Audi. Пойдем в нашем фирменном логотиповском цвете. И диски можно поменять. Либо такие, либо чуть-чуть даже, так скажем, карбоновые. Ну, мы оставим вот такие. Audi TT RS-Coupe в избранном для земля. Отлично. Вот, как я и говорил, мы выбираем какую-то... Знаешь, да. Мы ведь болтали о тюнинге тачек. А теперь сможем сделать это у себя дома. Только прошу, никаких языков пламени, ладно? А, окей, как я и говорил, когда мы выбираем какой-то класс, Street Race, допустим, да, у нас сразу вылезают 12 миссий на карте, или там больше их будет в релизе, не знаю. Вот сразу эти миссии вылезают, и вы можете любую из них проходить. Также было в закрытой альфе. Я поэтому и говорю то, что помимо обычных гонок, которые стандартные, вам еще открываются вся карта и все испытания на ней. И это настолько обширно, что у меня просто нет слов. Такс. Да, теперь мы тачки свои можем персонализировать у себя дома. Давайте зайдем.
посмотрим на дом. Он у нас находится на острове. Heroin the house! Люблю это место. Можно отдохнуть или поменять одежду, а заодно и внешний вид тачек от и до. Или можешь заняться тем, чем занимаешься, пока не водишь. Ну, я не знаю. Тут еще что-то должно быть. Место же навалом. Да ты только посмотри. Да, тачек здесь навалом. Пока наша здесь стоит. Короче, теперь мы можем управлять своим домом. Это наш, так скажем, дом-гараж. Здесь крутят трейлер The Crew 2. А, и где-то здесь я видел, помню, диск лежал. Или журнал с первой частью, с логотипом первой части игры. Где-то здесь. Так, а... Смотрите, вы скажете, типа, здесь вот у нас тачка будет стоять, наша, которую мы купили первая. А здесь, по всей видимости, у нас будет самолет с вами стоять. Потому что здесь такой, знаете, специальный такой большущий ангар. Здесь наша спальня, так скажем, но мы спать здесь не можем. А дом, по всей видимости, можно будет персонализировать, улучшать как-то. И это будет отдельное, так скажем, ваше зависание в этой игре. А дальше. Я вот не помню, где кухня? Вот на кухне она, по-моему, было все. Да, журнал был на кухне. Да, вот он, смотрите. Журнал The Crew Wild Run. У меня, конечно, не четко это видно, потому что я играю не на ультра настройках графики, уж извините. Но выглядит забавно. Такс, также мы можем персонализировать своего персонажа, одевать ему какой-то костюм, там, все дела. Давайте это сделаем. Верхняя часть тела. Да, верхняя часть тела, мы можем одеть все, что угодно ему. И все это покупается, опять же, за наши кредиты, которые мы получаем в гонке. Также здесь мы можем также увидеть, какие нам будут доступны шмотки уже позже, в сезон пассе там и все дела. Ubisoft Club даже тоже есть какие-то шматье. Красная куртка мне это нравится. Так, используется, хорошо. Перчатки, нам какие-то перчатки есть доступные. Или нет? Нет, недоступны. Перчаток всего 3. Шлем. Вот шлемов очень много. Вот этот забавный шлем. Носить всегда. Ubisoft Club тоже шлем. То есть мы можем с вами носить шлем всегда, то есть... Охренеть. Ну, шлемов здесь, да, здесь достаточно много. Здесь для всего, что только можно. Опять же, для самолетов, для гонок, для катеров, для байков. Короче, прям GTA на минималках. Так, ботинки. Ботинки вот эти сезонные пропуски будут доступны. По-моему, это все будет доступно сразу, когда вы купите сезонный пропуск, а потом уже контент, который будет выходить позже, он будет доступен вам позже. Нижняя обувь. Блин, капец. И костюмы. Да, костюмы гоночные, это отдельная история. Но у нас на все денег не хватит, мы не будем их тратить. Поэтому такие дела. Это у нас примерочная. Не знаю, можно ли отключать этот телек? По всей видимости, нет. Она у нас всегда будет здесь, этот трейлер, крутиться. Наверное, будет в релизе здесь какие-то новости высвечиваться, чтобы было удобно. Так, и тачку. Тачку мы можем улучшать. Кстати, забавный факт. Теперь мы можем улучшать все, что угодно, а не... Как это было в первой части, вы заходите в один магазин, да, вы там можете краску цвет настроить, а в другом магазине вы там можете характеристики менять. Или вы какие-то детали получаете и прямо у себя в КПК... устанавливать эти части. Такс. Что нам доступно? Пока вообще ничего не доступно. Допустим, здесь. Здесь тоже. Здесь.
А нам ничего не доступно. Я думал, что можно будет приобретать. Окей. Ладно. Стайлинг. Но это тоже требуется большие деньги. Раскраска. Мне нравились в первой части, как можно было настраивать цвет машины. То есть не цвет машины, а раскраски, которые добавляются. Вот эксклюзивные настройки. Здесь мы можем добавить себе разные раскраски. И они тоже стоят довольно-таки неплохо. Там по 4500 кредитов. Блин, красивые раскраски, согласитесь. То есть Need for Speed с какой-то стороны немножко отдыхает в плане кастомайза машины. И их много, кстати. Это не... Вот, видите, я вот листаю, и всего лишь полосочка внизу. Это всего лишь вот такой вот списочек. А их здесь вот топ 100 есть. Это, которые сами люди сделали раскраски. То есть это взята фишка из Форзы. Загружаемый контент, который вам доступен становится. Сразу можно увидеть количество фигур, счетчик загрузок. Офигенно, офигенно. Последнее. Короче, да, список обширнейший. Мы не будем ничего менять. Давайте поедем. Покатаемся немножко по городу. Ага. Мне Макс Древаль добавил в друзья. Надо как-то это... Да, давайте его примем в друзья. А, в принципе... Макс Древаль, ты попал на запись, да. А... В принципе, мне вторая часть нравится. Ну, серьезно, мне и первая как бы нравилась. Я в ней провел там 80 часов. И до сих пор периодически захожу. Второй части так вообще будет, наверное, масса чем заняться, и я надеюсь, что игра станет этаким... У меня что, глюки? Или в той тачке на заднем сиденье и в самом деле есть детское кресло? Большинство не могут позволить себе два автомобиля. Для гонок и для обычной жизни, потому катаются на одном. Пока ты не видишь детей на задних сиденьях, все нормально. Ага. Заезжаем, кстати, с вами на гонку. Я, по-моему, не помню, как... Как нажать на гонку? А, return. Я забыл, как заезжать на гонки. Не забывай открывать карту и проверять, есть ли где-нибудь какие-то события. Не то, чтобы мне не нравилось просто тусить с тобой. Ага. Ну, давайте сделаем. А... Как мне открыть гонку? Или это мне гонка еще просто недоступна? Видимо, она недоступная. Гонка. Это гонка, которая будет доступна на релизе. Хорошо. А, давайте, вот у нас есть с вами две основные гонки. А, нет, три основные гонки из желтой серии. Это Sleeper, это Юг Лас-Вегаса и классическое испытание Motor Trend. Ага. Давайте вот с первой начнем со Sleeper'а. Я думаю, они слишком сильно не отличаются от гонок в первой части. От гонок в альфа закрытой. Да, здесь доступно. Да, во второй части мы также получаем за гонки детали, которые нам будут доступны в конце. И есть уровень сложности теперь у гонок. Нормально или тяжело? Блин, как новичок лихачит. Думает, можно просто приехать и победить. Проигравший теряет тачку, пешком ходить будет. Для кого-то гонки вот это все. Машины, народ, тусовка. Конечно, легальность никому не интересна. Чтобы люди ко мне прислушались, нужно время. А время у меня есть. Вы только гляньте, какие мощные красавицы стоят. Но знаешь, какой стоит опасаться нашему другу? Вот этой, простенькой. Это?
На вид так себе. Ей больше и не надо. Там под капотом настоящий зверь. Зазеваешься, и этот зверь тебя разорвет. Угу. Маленький да удаленький. Ну что ж, поехали. Войти в топ-3. Да, теперь у нас есть второстепенные задачи на этих гонках. Теперь мы в целом не только должны как первым приезжать, но мы должны какие-то спецзадания выполнять. Ну, допустим, таранить, там, или топ-3 приходить. Слышь, что он делает, а? Резвая машинка. Такс. Посторонитесь, мальчики. Вам здесь не место. Все так же сложно, машины толкаются, как это было в первой. Здесь хотя бы хоть какой-то от них стал физической составляющей. То есть, допустим, ты их толкаешь, они хоть как-то, но чуть-чуть теряют управление. А в первой части ты их толкаешь, они вообще как деревянно ехали, так и продолжают ехать дальше. По-любому, во второй части будет такая же фишка, как в первой, связанная с кланами. Вы выбираете клан, там из пяти, наверное, там, или из четырех разных кланов, там, медведь, там, волк, еще какой-то, змея, вот. И участвуйте в PvP каких-то соревнованиях. Блин, вот это сейчас, я сейчас отвлекся. Один сюда поехал, двое туда поехали. Тут же срезать можно. Теперь последний еду, отлично. Латрел, разве можно ездить с такой начинкой? Конечно нет, Хиро. В том-то и дело. Сложно убедить людей соблюдать закон, если приходится жертвовать чем-то подобным. Так. Слушайте, а маленькая машинка реально оторвалась? Как сложно-то управляется, офигеть. Надо нитро поднакопить. Это я уже совсем его потерял. На 3 секунды отстаю. Хочется ли у меня ее догнать? По всей видимости, вряд ли. Но я ее догоняю, как таковую. Если не тупить, не врезаться в повороты, то догнать можно. Вот это была ошибка. Потому что машинка-то у меня разгоняется долго. Меня даже соперники сзади догоняют. Ой. Ну все, это провал. Это провал. Это был провал. Вот видите, что случается? Одна маленькая ошибка, и игра вам этого не прощает. Нет, в топ-3 я не займу. Твою мать. Ох. Наверное, заново сейчас ее начну. Так, ну маленькая машинка просто дает о себе знать, что она реально, типа, если она здесь по мини-сюжету, так скажем, она быстрая-быстрая, то она и должна быть быстрой. То как бывает, типа, говорят, вот она быстрая, ты ее должен догнать. Потом по итогу гонки ты приезжаешь третий, она приезжает шестой там.
Ты такой думаешь, блядь, она реально была серьезно, была быстрой? Что-то не похоже. Так, пока мы первые. Тьфу-тьфу. Сейчас попытаюсь просто ехать аккуратно. Не срезать. Главное мне сейчас не срезать, а то я реально могу налажать опять. Все, мы приехали первые. И это круто. Фух. Посложнее они ботов сделали. И управление. Эй, гляди, мы получили трофей. Бери, уверен, он нам еще пригодится. Да, трофей мы теперь детали, вот так собираем. Для прокачки тачек, так что не забывай про них. У уличных гонок своя история. Кто-то говорит, она началась в 20-х с бутлегеров, которым нужно было сбрасывать таможенников с хвоста. Они модифицировали свои тачки, чтобы можно было по-быстрому уходить в случае чего. Эти тюнингованные родстеры и базовые модели. Сегодняшние машины на улицах их наследие. Ну а мы наследие тех гонщиков. Какая прелесть! Раньше мы только зеленые трофеи получали, а теперь и других цветов. Там предметы круче. Да-да, там предметы круче. Так, давайте еще одну гонку с вами выполним. Кстати, да, характеристики. Мы теперь, да. Это как было в первой части. Мы можем через меню предмет это ставить, а не только в гараже. Бах! Вам не обязательно ехать в мастерскую, ребят. Вам в мастерскую можно ехать только, чтобы тачку свою украсить как-то. И все. Так, хорошо. Что у нас здесь еще доступно? Каталог. Здесь можем вообще все посмотреть транспортные средства, которые у нас есть. Окей. Список. Здесь у нас команда наша. Друзья, которые играют. И сессия. А сессия что это? Сессия это, наверное... 8 гонщиков, типа, или там 7 гонщиков. Типа вот вы, да, в команде, и 7 других гонщиков. Хм, странно. Так, пилот. Здесь мы можем посмотреть такую, так скажем, нашу мини-статистику, да. Галилея. Это наши скриншоты, которые мы сделали в фоторедакторе. Временная шкала. Что за временная шкала? Я понял, ребята. Вот она, эта штука, про которую мы говорили. Временная шкала. Это шкала, которую мы получаем по фанатам этим. Смотрите, что у нас здесь с вами доступно. Сначала мы новичок, потом мы популярный, потом знаменитость, потом суперзвезда, а потом легенда. Дальше идет, что я и говорил. Дальше у нас идет вот... награды за всю возможную дичь. 10. Вот я не знаю, что за 10. 20, 30. Это, скорее всего, уровни какие-то определенные. Да. Легенда 10, легенда 20, легенда 30. Потом легенда 100. То есть у нас после легенды тупо идут легенда и уровни их. За каждый сотый уровень мы получаем какой-то транспорт. Разблокируем. Легенда 300. Легенда 400, легенда 500, легенда 600, и таких легенд до хера. После тысячной, по-моему, или после какой? А нет, после 600-й мы просто будем получать вот эти вот бочонки с наградами. Их реально много. 1900, 2, 2100, 2200, 2300. Короче, ребята... Я не знаю, насколько их много. 9990. Вот столько много наград. Поэтому до свидания. Вы, короче, отдыхайте в этом плане. Такие дела. Так.
про миссии. Все-таки у нас как бы такой, ну, свой мини-мини сюжет есть. Но он вот состоит вот из таких вот испытаний. После всего нам раскроется Extreme Life Series. Круто, это событие доступно. А вот что не круто, оно все еще заблокировано. Хочешь его открыть? Убедись, что у тебя есть весь требуемый транспорт, и ты в шоколаде. Вот-вот, как и чувак объяснил, получаем транспорт, играем в Extreme Series. Нету транспорта, пока оно заблокировано. А вот тут ты узнаешь, что можно делать с каждой группой. Все отмечено на карте Life, просто по-разному организовано. Можно найти события, они отсортированы по дисциплинам. Тут и задания на умения, так что можешь попытаться побить рекорды своих друзей и соперников. Ну и, наконец, здесь есть фотоальбом. Чувак все за меня объясняет. Спасибо ему. А вот, смотрите-ка. У каждой... То есть у нас вот это вот сириесы, то есть испытания. Мы открываем стрит-рейсинг, у нас открываются те квалификации, которые здесь доступны. Это стрит-рейс, дрифт, драг-рейс и гиперкар. Открываем стрит-рейс, у нас здесь с вами гонки только стрит-рейсерские. А в бете у нас доступны 3 гонки. Дальше у нас по релизу будет доступно столько гонок. То есть, такие дела. Дальше по дрифту. Потом по драгрейсу. И потом... Ну, задания на умения почти все доступны. Ну, как почти все? 12 штук из них доступны. И вот дофига еще недоступно. Дальше альбом, который мы туда фотки помещаем. Короче... Все, что нужно. Ключи от города. Вот это я, скорее всего, это список лидеров, который обновляется каждые 10 минут. Выполняя какие-то задания, он указывает и помещает у вас какой-то рейтинг. Выполняете круто все задания, вы в вершине рейтинга. Выполняете плохо, вы в низине рейтинга. Короче, наверстали здесь столько всего, что, мне кажется, мы сделаем еще пару серий по бета-тестированию The Crew 2. Вот. Вот он весь сюжет, стрит-рейсинг, 8 глав, оффроуд 8 глав, фристайл 8 глав и про-рейсинг 8 глав. Ну как глав, это ролики, которые у нас здесь с вами доступны, так скажем. Ладненько, поехали на еще одну гонку и можем завершить сегодня первый... Так, поехали на еще одну гонку, и так думаю, можно будет завершить сегодняшний обзор, или не обзор, бета-тестирование. Теперь мы, кстати, можем перемещаться куда хотим. Сейчас ты едешь по священным землям. Именно тут произошло рождение чемпиона Тио. Ты наверняка привлечешь его внимание, если победишь в этом заезде. Так, хорошо. В первой части, помните, да, чтобы вы могли куда-то переместиться, вам нужно было открыть там карту. Сейчас они эту херню убрали, и мы теперь можем перемещаться туда, куда захотим. В принципе. Так, вторая гонка. F10 сменить транспорт. А вот как менять сложность, неизвестно. Направляйтесь в стартовые решетки, 17 секунд. Хорошо. One. И погнали. Опять войти в топ-3. Ну, это неинтересно. Не хочу тебя отвлекать. Смотри на дорогу. Да, смотрю. Только я все равно буду отвлекаться. Потому что... Так. Трассу вообще не помню. Так. Твою дивизию. Много проходов здесь просто. То есть вроде стараешься ничего не пропускать, а все равно. Смотри, что творится, а.
пока едем четвертыми. 50% этой гонки выполнено. Начинается, так скажем, второй круг. То есть, по сути, здесь два круга. А гонки почему-то как будто спринтовые. На самом деле, нифига. Здесь бы главное снова не запутаться. Теперь я знаю, что здесь да как. Ох, первый театр. Долбанные машины. Я посмотрел на карту и врезался в машину. Ну, отлично. Так, просто карта такая, знаете, находится в краю... в углу экрана. Очень сложно ориентироваться на быстро едущую твою машину. Ну да, приеду вторым, как и первой попытки второй гонки. Получаешь фанатов. Чем их больше, тем чаще тебя будут приглашать на всякие крутые события. А это еще больше фанатов. Окей. Много баксов, на которые мы сможем купить кучу классного хлама. Возвращение в свободный слышишь режим. Слышишь этот писк? Это твой радар разрывается. Значит, где-то рядом награда Life, которую можно найти и подобрать. Чем ты ближе, тем чаще пищит. Попробуй найти ее. Радар работает только, когда машина движется, так что крути баранку, если хочешь отыскать награду Life. То есть вот она как придумана, да? В первой части мы искали с вами раритетные, точнее детали раритетных машин. А здесь мы с вами... Окей, понял. В другой стороне. А здесь мы с вами предметы ищем. Так, в какой стороне-то? Здесь вот. Показывала зону, где куда поворачивать. Она пищит как бы быстрее, но непонятно. Непонятно. Так. Ну и... Не понял. А, вот она, награда Life. Я понял, что это за кнопка Return. Это у нас, блин, кнопка Enter. То есть, все это время, это именно эта кнопка я зачала. Тупое решение, надо было назвать, вот если типа вы пишете, что это кнопка Return, так вы замените ее на Enter, чтобы это было понятно. Нашел! Вот это зрение у тебя! Эти награды разбросаны повсюду, и ты всегда можешь найти их с помощью радара. Хорошо. То есть, блин, было бы круто, чтобы они именно так назвали эту кнопку, потому что Return, я помню, это кнопка на геймпаде, не более. Вот как-то вот так оно и есть. Фига, 151. Ах, можно сломать, серьезно? И что вы за это получаете? Типа, ничего вы за это и не получаете, в принципе. То есть вы просто ломаете вещи и ничего за нее не получаете. Интересная фигня. Интересно, подобрано как-то. Так, ну ладно. В принципе, давайте мы здесь с вами завершим первую, так скажем, знакомительную серию смотра бета на The Crew 2. Видосы еще будут, не волнуйтесь. Я, возможно, даже видосы буду выкладывать после того, как игра выйдет.
потому что, в принципе, хочется пройти все, да и вам показать. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся с вами совсем скоро. Всем удачи и всем пока.